10-8, жду указаний. Предположительно зафиксировано нападение. Зона 3. 1097. Отряд на месте. Докладываю. Зона 3. Объект не обнаружен. Всем местным силам ГО приготовиться к обезвреживанию. Зона. Понял. Командирам напоминание. 100 стерилизованных позволяют пройти... Отряд ГО, доложите статус. Восстановление. В зоне объектов нет. Местным силам ГО доложить. Объект. Поиск подозреваемых без изменений. С-97 скрылся при появлении полиции. Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Не заметил, как ты сел? Конец линии. Добро пожаловать.
Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения у вас, что решил развести здесь свое правительство. Проходи, все в порядке, я иду. Заботливо предоставленной нашими покровителями. Кроме вас, я тобой, это никого тем, не было. Я называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Патруль остановил наш поезд в лесу, и моего мужа увели на допрос. Они сказали, что он приедет на следующем поезде. Не знаю, когда это было. Хорошо, что они разрешили мне его подождать. Не видно, как они едут. Там всегда полно. Они всегда отправляются, но никогда не приезжают. А те, что приезжают, никогда не отправляются. Не видно, как они едут. Там всегда полно. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17. Те, что приезжают. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17. Разместить здесь свое Опять доктор Брин? Я надеялся, что все Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Стоять! Собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Какая-то ошибка. Мне обычный микрофонный билет, как у всех. Ищешь неприятности? Выходи. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад! Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати... Помнишь, я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важным тестированием. Извини, док, но посмотри, как кто здесь. Черт возьми, Гордон Фриман. Как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он собирается сесть на экспресс до Новопроспект. Ну, Барни, что ты намерен предпринять? Я думаю, думаю. Тут где-то Алекс. Может, она придумает, как ему сюда добраться? Так, если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон, тебе придется идти самому до лаборатории доктора Клайнера. О, черт! Вот чего я боялся! Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил! Сложи чего-нибудь в кучу, чтобы выбраться через окно, и иди на площадь! Я тебя позже найду! Я вижу и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Это
Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Я же говорила, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. Выходи. Я больше не могу. Все будет хорошо. Что же нам делать? Мы что-нибудь придумаем. Когда же это закончится? Не волнуйся. Пожалуйста. Все в порядке. Восстанавливаю порядок. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! А вот они! Внимание всем гражданам жилого квартала. Занять места для инспекции. Утвердили контакт с целью 1. Давай сюда, быстро! Граждане, откат сотрудничества... Давай быстро на крышу! Я полагаю, вы доктор Фриман. Внимание! Неопознанное лицо. Нам надо спешить. Альянс может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляни рассказал, что вы пойдете этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с вами в Черной Мези. Хотя я уверена, что вы меня не помните. Да, неразговорчивый. Помните его по черной мези, старого администратора? Только не говорите с отцом о докторе Брине. Сюда.
Забавно, что вы появились именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком. Это опасный путь к лаборатории моего отца, через старые каналы. Кажется, мы наконец-то нашли лучший путь. Давай я куплю тебе выпить. И да, кстати, рада познакомиться. Вот чертовка! Куда она делась? Ламар! Выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Клейнер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламара снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман! Это ведь вы, верно? Я нашла его в городе, шатался, где попало. Вечно с ним одни неприятности. Мы обязаны доктору Фримену, несмотря на порождаемые им неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс как раз установила последнюю часть возрожденного телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит твою красоту. Посмотрим, как эта штука работает, ладно? Ну что, он здесь? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю вашу работу. Не волнуйся, он будет со мной. Вот именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он работает? Ты отвечаешь? Потому что у меня до сих пор кошмары про ту кошку. Спокойно, незачем так кошку? Волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Кошку? Док, раз уж он идет не по улице, можно его и переодеть. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни, я предоставлю это тебе. Мне надо обратно на смену. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее с меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от нее? Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили жало. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. Тщетно! Убери с меня эту дрянь! Давай, малыш, прыгай! Нет, не туда! Нет, нет, осторожно, Ламар! Они очень хрупкие! О, черт! Чтобы ее вынуть оттуда, уйдет еще неделя! Ха, если повезет, то и дольше! Ха, Барни, ты не любишь животных? О! Ну, Гордон, давай, надень свой костюм! Гордон, костюм по-прежнему сидит на тебе, как влитой. Ну, по крайней мере, некоторые части. Я кое-что в нем изменил, пока сообщу тебе самое главное. Итак, приступим. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. Боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон? Хорошая идея. На стене есть зарядник. Теперь костюм можно заряжать от источников Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, Элай, но тут небольшая задержка. Не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию? Это же не тот, о ком я думаю. Он самый.
И мы отправим его прямо сейчас, в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Поток безмассового поля самоограничивается, и я установил ЦИ базу и алгеосферу численную и функцию гибрида. Условия просто не могли быть лучше. Тогда ты то же самое говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. Пуск. 3, 2, 1. А, черт. Ну что опять? Доктор, штепсель. Господи, ты права. Гордон, не подключишь ли ты нас? Прекрасно. Гордон, отключить систему. Продолжай, Гордон. Твой черед, Гордон. Отключай, Гордон. Давай, Гордон. Фриман, быстрее! Хорошо. Финальная стадия. Начинаем сейчас. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! Ах, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав, поговорим через секунду. Неплохо, Гордон. Ну, там кнопки и все такое. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, Барни, твой черед. Спасибочки. Гордон, как только ты готов, мы отправим тебя к Илаю. Как раз самое время. Прекрасно. Пуск. 3, 2, 1. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, действительно. Мы готовы передать тебя, Гордон. Счастливого пути и успехов в твоих начинаниях. Финал. Черт, что это? Да это же твой хренов любимец! Ломар! Эдди! Берегись! Вот он! Ломар, слышь! Да забудь о ней! Он проходит, папа! Что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Не может, это утягивает? Что все это значит? Да кто вы такой? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытаскиваю! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? Если бы я только знал о возможных планетах! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Человек, которого я видел, это был... Гордон Фриман. Он не проскочил. Ну, тогда где же он? Сзади! Выключай! Выключай! Гордон, ты должен уйти отсюда! Беги! Прячься! Я приду за тобой!